Начнем выпуск с главной новости осени. 11 сентября аким города Марат Асмагамбетов подписал постановление о начале отопительного сезона в Петропавловске. За два дня теплоснабжение подали в 70% социальных объектов. В первую очередь в больнице и поликлинике, детские сады и школы. Жилой фонд тоже уже подключают. Паспорта готовности есть больше, чем у половины всех многоэтажек города. Подпись документов, опрессовку и промывку сейчас форсируют, чтобы создать комфорт во всех квартирах петропавловцев до 25 сентября. Кстати, в прошлом году в это время только вышло постановление, а тепло в дома подали в начале октября. Жилой фонд по заявке председателя КСК будет включаться дом. Первый, значит, где нет прибора учета, значит, обращение в тепловые сети с просьбой включить дом, где приборы учета, энергосбыт. Город в том году тепловые сети включались 14 дней. В этом году они сократили сроки, и всего, значит, город будет введен за 10 дней. То есть жилой фонд и все предприятия, которые пожелают, ну, значит, частный там сектор, будут они включены за 8 дней.